Даже не знаю, что предположить в этот раз. Что-нибудь с журналистикой, наверное, связанное. Да, зря я погорячился. Они сами себя уничтожили, побежав на Кейт. Ага. Тихо, тихо, тихо. Куда ты собрался? Спасибо за стрим. Да, алкоголизм. Как бы без тебя этого стрима бы не было, понимаешь? Ну, вроде звучит сексуально. Я бы даже взял, возможно. Но мне лень. Пойдем освобождать сучку. Пайпер, дебильный квест. Выслушать стиль, моя сестра становится как я. А-а-а, еще хуже. Но я хотел предположить, что либо с газетами, с тем, что у нее там папка был. Короче, семейные проблемы какие-нибудь. Ну, понятно, понятно. Никого здесь нет, все тихо. Почему супермутанты такие агрессивные? Никого же нет. Все хорошо. Я даже не знаю, хочу ли я лутать эту больницу. Как бы. Опять это говно. Как бы не знаю я, хочу ли я ее лютать. Вроде есть интересные вещи в ней наверняка. Но лень такая, что просто пипец. Однако ж. Раз уж мы тут, то давайте лутать. Лутать, не мешки ворочить. Ой. Somewhere over the rainbow. Ну, в конце концов, я хотя бы патроны найду, а то у меня уже кончаются потихоньку. Кстати, какое-то знакомое место, я как будто здесь бывал. Как же я рад каждый раз, когда я вижу какой-нибудь... Средний терминал, я понимаю, что я не могу его взломать. И прям душа такая радуется. Не надо взламывать, можно пройти мимо. Хорошо. В следующий раз я еще и взлом не стану качать. Буду мимо проходить всегда такой, ну, пацаны, что поделать. Жизнь заставила не вкачиваться. Легендарный супермутант Громила. Они меня уже даже с фонарем не видели. Я все это время, оказывается, с фонарем ходил. Добрый день. Еще один. Этот уже лишний.
Ай. Ай! Промах. Легче перезагрузиться. Легендарных супермутантов с одного выстрела отстреливать приятнее, чем мучиться. Хитроумная броня. Плюс один к ловкости и восприятию. Для правой руки. Чё у меня вообще на правой руке? А, у меня вся одежда. Да, я забыл. С другой стороны, я могу менять составляющие этой брони, но это пока говно. Мне нужно прям что-то, что прям дикое. Уменьшение урона при блоке или ускорении на 15%. Нет. Пока не то, что я хочу. Будем дальше искать. Какие-то бешеные прям броньки я, наверное, все-таки буду собирать с тела. Мне, по сути, чтобы выглядеть вот так вот прикольно, нужно только... нужна только одежда судьи. Емкость с жидким азотом, нафига она мне? Можете пока погуглить, есть ли здесь журналы или пупсы. Или просто сказать мне, если вы знаток. Очень сложная дверь. Ключа я не нашел. Либо плохо искал, и надо назад возвращаться. Либо вот этим путем в обход идти. Скорее всего, он не пошмонал. В столах. Блин, я его с пистолетной пули, оказывается, выношу. Ключ от анатомического театра. Ну, мои надежды... на то, что это и был анатомический театр. Как бы очень хотелось бы верить в это. Было бы здорово, безумно. Хотя нет, по-моему, это ни хрена не анатомический театр. А может, все-таки анатомический театр? Где последний? Дебил орет. Только журнал хирургический. Стримы по второму флачу злодея. Ну, не скоро, не скоро. Дай это пройти. Я знаю, что ногу надо заменить, чувак. Я вообще на броню совершенно не смотрю, если честно. Она как-то не особо, по-моему, решает на этом уровне сложности. В том плане то, что... Блин, там все-таки оставался один супермут. Возможно, легендарный. Судя по тому, что я слышал, было написано. Легендарный, но я его почему-то не вижу. Где он? Тут либо надо в Power Armory ходить, либо вообще по поводу армора особо не париться, как по мне. Потому что, ну, любой другой армор все равно пробивается слишком легко. Ну хрен с ним. Типа я спрятался, он спрятался. Хирургический журнал я, наверное, не буду тогда искать, раз... Если сам не найду случайно, то... Хрен с ним.
Терминал операционный. Давайте посмотрим. Отключение освещения. Музыкальным сопровождением. Подключение. Дверь открыть. Он увидел меня. Он меня увидел, блин. Я вроде свет отрубил, странно. Странно. Да, сейф-то был. Пипец, как давно. Теперь я понял, зато где они, только мне это не особо поможет. Погнали сразу. А, ну понятно, понятно. Прикольно. Прикольная картина. Да, я тоже вас унюхал, парни. Дурацкие стены в палачах, господи. Как же меня бесит застревание пуль. Ну это, ну, дебилизм на самом деле. Как и то, что он меня не видит, впрочем. Отойди. Отстойно получилось, ну да ладно. Так, что-то я на самом деле в последнее время, я заметил, я спал на самом деле. Вот последние 5 минут я спал. То есть я как бы на самом деле стримил, но в то же время я спал. Вот клянусь на самом деле, как бы так и было. И снилось мне то, что я стреляю в супермутантов, так что ничего не изменилось. Фух, надо заканчивать поскорее, но... На следующий стрим я, короче, пойду кюри делать все-таки человеком. Хрен с этим Келлогом, убью я его. Потому что, ну, как бы пора, мне кажется. Кюри пора помочь. Нет, только не смерть. Все, Кейт, дай мне это сделать. Мне надоели эти супермутанты, дебильные. Дай я их просто размотаю. Просто сил уже не было никаких ползать и мучиться. Там еще снизу один дебильный бегает где-то. Даже парочка. Они, по-моему, зареспились, пока я тут тупил. Да чё, воу-воу, сейчас я им покажу, воу-воу. Вот и все. И этого тоже.